продукция линейки МБАС во всех хитрополках, инвицидных, гербицидных обработка семян занимает примерно 70%. Добрый день. Хабаров Алексей Алексеевич, главный агроном ООО «Приозерное», зональный район Алтайский край. Площадь хозяйства составляет 10 340 гектар. Направление у нас многих животноводство и растениеводство, поэтому процентов 20 занимает кормовые культуры, остальное технические зерновые. Площадь яровой пшеницы 2100 гектар, а зимой 975, ячменя 533, овса 585, рапса 1700 гектар, сои 1900 гектар. Ну, остальное кукуруза, многолетние травы, пары. Препараты линейки БАС применяем в течение где-то примерно 6-7 лет. Начинали с простых, это протравители и шурперформа пшеницы. Постепенно перешли на более широкую линейку. Практически на всех культурах, кроме овса и кукурузы, применяются препараты БАС. В этом году, в частности, по опыту прошлого года, систему применили, и в результате получилось так, что на данный момент по голосу я только-только захожу со второй фунгицидки, это опять басовский препарат Рекс-Плюс. То есть растения чистейшие. Мы также применяем на сои, это Корум, Базагран, Фронтьер Оптима по этому году сработала на отлично. То есть на одном поле я даже не делал никаких больше работ. И причем поле довольно-таки сорное было, не сорное, класс многолетних трав перепахали, обработали глифосатом и фронтьеры. Вот такой результат получился. По рапсу все гибриды, два гибрида на пасаран, это Вибер и ПМВ 140. Линейка полностью защита БАС, на пасаран Даш, Карамба, частично Пиктор актив. Когда 3 года назад мы начали переходить с зоологических продуктов на фирме, то сразу получили чистые поля, увеличение урожайности. И в дальнейшем будем стараться работать по оригинальному. BASF. We create chemistry.